С приходом теплых дней активность насекомых становится более заметной. Среди них есть как безобидные, так и опасные для здоровья и даже жизни человека. Клещи относятся к последним, а поэтому важно провести ряд мер, чтобы уберечь в первую очередь себя и свой домашний скот. В апреле начинается активность лесных клещей, а в мае их численность возрастает. Они готовы нападать на людей и животных. Наиболее эпизначимыми природными биотопами являются пастбища. В рамках выполнения мероприятий по борьбе с клещами и кровососущими насекомыми на территории Кашхабльского района проведена акарицидная обработка пастбищ. С помощью авиации от клещей обработано 1282 гектара. Препараты были приобретены за счет средств администрации сельских поселений. Все работы профинансированы администрацией Кашхабльского района.